И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. Сегодня мы пойдем на разного рода миссии, но для начала... Во-первых, я увеличил свой остров и сюда расставил всех рексов. Здесь два рекса у меня, которые... с которых все началось. Здесь два рекса у меня, скажем так, дефектных получились, потому что у них привязанность. Я лоханулся с жареной рыбы, у меня не было, и веленки у меня не было. По-быстрому успел все сделать, но все равно не получилось. Другим это помогло, то, что я этим сделал, но не проканало. И вот это моя бравая армия из 9 рексов. Да. Эти уже рексы бахнутые, то есть они на 100% все. И они уже... Некоторые даже, скажем так, урон 44 и здоровье 36. То есть они прям топовые. Было у меня 6 яиц с тех двух рексов. 6 яиц с первого яйца у меня вылезло трое. И вот, кстати, вот эти вот кто-то из них с одного яйца, кто-то из них со второго яйца, это вместе с третьим, то есть это близняшка. То есть вот это вот 36, вот это и вот это. Да, вот это вот и вот это близнецы, но дефектный получился. Получилось. Вот. И с последнего яйца у меня, с последних двух яиц у меня вылупилось по два, короче, это вообще просто. То есть вот эти вот четверо последних, это, короче, близнецы и близнецы. То есть как бы вообще просто. Кстати, в чем самый главный прикол, они это... А, подожди, у кого-то здесь даже это... По еде немножечко другое. А, да нифига, это у меня с одного яйца, то есть это вот... По характеристикам, по главному, они одинаковые, а по еде они разные. Вот это один, а здесь тупо тройняшки. 291, 291, 305, 291. Офигеть, там тройняшки вылупились. Первый раз. По двое было не раз уже, и это первый раз как бы. Также из хороших новостей для меня удивление было. Теперь, как видите, вот сетка. А сетка... От этого они теперь делятся на квадрат. Во-первых, сетка стала менее лагучая, то есть при включенной сетке там буквально 1-2 FPS кушает, раньше около 5 кушала. Вот, то есть, потому что сетка, она выглядит более компактно, более маленькая, ну и делит все не по кругу, как раньше, а квадратами. Ну, логично, удобно. Вот, и видите, этого жиробаса нету, да? Да? Не, он не сдох. Он не сдох. Он вот он. Как, где он и так далее, случайно узнал, он загружается в облако. То есть я вместо того, чтобы нажать на лечь, кстати, почему у меня не лечь на С, о, у меня кнопочки сбились, что ли, а может у меня так и было. В общем, короче, вместо того, что, блин, у меня же на С, в общем... На альтернативный удар вот эта фигня забрасывает в облако твоего Диноса. И он больше нигде не находится. Ну, в воздухе, скажем так. А потом ты его можешь из облачка достать. Почему облако, говорю? Вот. Облако, то есть он типа... Он типа, короче, там. Он типа где-то есть, он типа там. Я очень сильно удивился. Эвэсом Телепортс, это вот такая вот штука. И все, пожалуй. То есть я их выращивал, и вот наконец-то вырастил. Теперь пойдем на рексуньках. Возьму я сейчас прокачать третьего, потом возьму четвертого. Вот, прокачаем их, и уже пойдем уже, короче, это, надо начинать миссию. Рекс, туда. Здесь по телепорту Рекс, как вы помните, не только у меня Рекс был, но и горный элементаль. Тоже их пойдем. То есть это вот в прошлой миссии, это вот сейчас. Вызываем третьего Рекса. О, прикольно. Вызываем третьего Рекса. На Рекс номер... Ой, как они у меня тут все поперепутались. Номер 3.
Сразу же ему можно прокачать здоровечко. Вот. И урон. Сразу же немножечко подпрокачаем, чтобы они уже, ну, были более или менее. Так, ну давай. Давай посмотрим, что будет миссия. Бляха-муха. Седло забыл взять. Вот ты тупой. Я тупой. Сорян, Рекс-1, иди сюда. Дай седло, пожалуйста. Ё-моё, я забыл на них седло надеть. Погнали. Все, все нормас. Все нормас. Так, вот ты давай, короче, лучше себя уберу. Погнали. Специально решил стартануть ночью, чтобы лучше было следы видно. Все-таки и в вулкане, и на вулкане, и в этом видно намного лучше. Ой, да ладно. А, это я думал, на магмозавру мне придется драться. Нет. Это просто обычный магмозаврик попался. Вот он, голем. По голему. Ну, 14 хп это нормас. Нормас, это по сути обычный голем. Вот. А чего я горю? Это ты, собака, так камень что ли опускаешь, что поджигает? Нифига себе. Вот это поворот событий дня. Дай-ка я быстро это просканирую. Нифига себе. Он просто своим поджиганием, поджиг же он по процентам бьет. Офигеть. А, не, подожди, я же его не полностью отхилял. О, лошара. О, лошара. Все, погнали, сейчас проверим на этом. На следующей стадии. О, сколько там Васьков? Ты смотри, там сколько Васьков. Я к ним пойду сейчас? Не, я не к ним пойду. Блин, ну я хочу к вам пойти. Братаны! Братаны, Васьки, иди сюда! Вот, почему я их хочу завалить? Ну, чтобы подпрокачаться. Вот, это всего лишь навсего для того, чтобы подпрокачаться, не более. Ну, давай, сканируй. Давай, сканируй. Вот, наконец-то. Просто одним я пойду же еще и на альфача, наверное. Если все пойдет нормально. Поэтому этим лучше подпрокачаться, чтобы другим можно было спокойно пойти на альфача. О, уже 2400 огонь. Видали, насколько урон увеличился? Супер. Огонь. Немного ты уши тратит. Отлично. Так, выкидываем всякий хлам. Ладно, пускай остается. Да ты серьезно? Вот ты ж собака, ты пришивай. Кругалями все дела, вот это вот. Ой, вообще, короче, вот это вот. Ах ты ж собака, еще и по лаве заставляет меня ходить, да? Ах ты ж сволочь. А приходится несколько кругалев делать, потому что это вообще вот туда-сюда, вот это вот и делает свое. О! Я к вам иду! Братва! Иди сюда, мочиться будем! Все что? Ну окей. Бляха-муха. Как ярко. Как ужас ярко. Вот тварь-то, а! Он-то по лаве ходить может, а я-то нет? Ах, ну скотина нехорошая. Ага, он сейчас там на том пятачке уже появится. А, ты ж собака. А, ладно, короче, пару следиков пропущу, пофигу, короче. А, так вот вы где! Скорпион, Василиск? О-о-о, добрый вечер. Прикольно. Прикольно. Охотник один, жертва ноль. Охотник один, жертва ноль. Бэм! Так, скачиваем все в урон. О, да, в урон, все правильно. Он у меня теперь хорошо прокачанный. И выкидываем всякую хламушку. Хламушку. Что мы тут получили? Ну, седло на Васька. Неплохо. Говно. А, не, все равно у меня лучше. Так.
Ну, понятное дело, это как бы говно миссия, поэтому она и это. Поэтому и так. Так, давай сделаем так, что-то. А, это я типа что могу это на седло надеть их. Ха! Подожди, 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 подожди. Еее! Ой, господи, прости. Ай, бляха, муха, круто же, блин, ну факел же там, все дела на жопе. Жопа горит. Ладно. Так. Погнали обратно. Гамма, понятное дело, это изи. Тут как бы без вариантов. Так, вот он. Давай-ка ты пойдешь домой. Так. С тебя мы забираем седло. Извините, я забыл опять седло. И вызываем, получается, мне сейчас нужен четвертый рекс. Что там у тебя? 80 с лишним тысяч. И вызываем Рекса четвертого. Мы вас раскачаем. Оу, как миссия называется по-дебильному. Ладно, допустим. У этого сейчас будет, да, вот такое число, это я помню. Ну давай, вот это вот, вот так вот он. И урон. Здесь немножечко другие пропорции в плане ХП и так далее. Так, сразу же вкачиваем ХПшку. Точнее, это, отхиливаемся, точнее. Вкачиваем, отхиливаемся. Давай, 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 круголяшки. Отличненько, погнали. А куда мы... гоним. А, туда, все правильно. Все нормас. Там что, у нас пур ловишь? Ах ты ж ублюдок. Начинаю сканирование. Ну все, по газам. Сейчас посмотрим, сколько будет огонек нам отнимать. Прям сейчас, ну то есть вот на вот этой стадии на бетке, и посмотрим, смогу ли я пойти на альфа или нет. Ну вот, скажем так, с Рексом. Здорово, жирнич, ну тебе счет 260, я так скажу, это как-то в сравнении с 1400 у того. У этого 260, это песос. Ну да, 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 все равно как бы дофига. То есть, ну это как бы стандартный урон по горному элементалю, если что. То есть 260. Ну, я вроде бы не поджаривался. Поэтому тут как бы такое. Давай, погнали! Ей! Постранись! Разойдись! От, здорово! Не, ну 223 в ХП, это, конечно, у него огонь. 225 в урон, это тоже, конечно, неплохие у него характеристики. Да и в целом, тысячный левел у голема, это, конечно, супер. Подожди, 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 братва, братва, давай, 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 я должен был их всех убить. Я просто был обязан их всех убить. Еее! О! Я даже пришел туда, куда надо почти. Давай, давай, жопкой двигай, двигай жопкой назад. Назад. Смотришь на это? Мелкий. Мелкий Нил есть под лапой. Зотупчу. Просто надо все же эти собирать. Ну, большую их часть, потому... Пошел ты, пошел ты, пошел ты, пешком соберу. Отлично. Отлично. Больше в урона. Это я поскольку буду отнимать у этого, у альфача? По 90?
по 20, по 30? Это что ж мне надо? Как ему по нему там мочить? Это... Даже представить не могу. Это ж... О, здорово! Нифига вы так все заспавнились красиво, прикольно. Так, Скорпион, иди в задницу отсюда. Не до тебя сейчас. Ты серьезно? Скорпион, говорю, иди в задницу отсюда. Дай голема замочить. Ну, 327 уже неплохо. Иди сюда! Ты сейчас серьезно, да? Вот эта жирная туша мне сейчас серьезно мешает. Прикинь? Я просто не могу дойти до Скорпиона, потому что жирная туша просто встала на это и не дает пройти. А эта тварь просто зажалась в углу. Ну вот... Ну, босс. Ну, босс, одним словом. Я заработал неплохой трофей. Что у нас здесь я получил? Это я получил после камешка. Так, вот так давай сделаем. Так, лучше сделаем. А Кирочку на место вернем, чтобы я случайно не выкинул. Да, тоже было бы неплохо раздервать. Ооо! А подожди, а у меня? 927. Ну, у меня прочности больше. Поэтому оставим то, что прочности больше. Чтоб ломалось дольше. Ну, такое себе, честно, тоже. Опять вот какие-то факела. Ну, куда мне вот раз? Вот просто вот. Вот. И один у меня там надетый. Ну, это что за тупость-то? Это тупость. Тупо факелов понадавали за голема. Убей голема. Получи дофига факелов. Вот, собственно, пока стоял. 45! Это неплохо. Нормас! Мне нравится. Мне нравится это. Тём-тём-тём. Ну ладно, чё. Погнали дальше. Погнали обратно за еще одним големом. Сгоняем сейчас также на нем же. Точнее, на ней же. Да, пофигу, она прокачается посильнее, но... Ну не брать же говно левло на альфа. Просто из-за того, что мне нужно его прокачать. Чтобы сдох. Ну это же будет тупость. Да, как охота. Так, где следик? Вот тут первый следик. Чтоб тебя, вот этот след тут нафиг вообще не нужен был. Так, посторонись. Ну давай смотреть сейчас, что будет у нас по урону. Точнее, по мне урону. Какой будет. Ну давай. Я быстрее бегу, чем ты прогружаешь следы. Давай, сканируй, пышься. Погнали! Ну слушай, по 130 это нормас. Вопрос, сколько по мне в нее будет вносить. 900 это тоже нормас. Почти как с Рексом. Да, можно так сказать, что почти как с Рексом. Слушай, либо реально Рекса это имба в на выполнение таких вот миссий, выведенные Рекса, либо вулканические миссии это просто изи-бризи. Ну вы вспомните, какая жопа была с другими миссиями и как сейчас. Ну как бы разница есть. Да, на Рексе я даже, кстати, больше потерял хбшки на первом, вроде бы. Но вроде бы на первом я 12 тысяч потерял. Или с двух я их потерял, 18 тысяч. По 12 тысяч. Давай только не будем говорить, что тут надо спрыгнуть. Нет? Спасибо.
Так. Ну, здесь путешествия точно такие же, как и у это. Как и у Рекса. То есть, короче, здесь три вот этих блуждания точно такие же. О, мне повезло, у меня не поджог. А еще тупит, смотри. Ммм, это мне нравится. Он так стоит, тупит, короче, и это типа на камешках все дела, вот это вот. Супер. Я энное число урона в себя не... О, 3000, это было жестко. Кстати, я до сих пор не понимаю, как это получается, вот то, что они по 3000 надо там дамажить и так далее. Давай, 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 давай. Оник, сиди в жопу. 135, кстати, неплохо. Давай, давай, разворачивайся. Отлично, красава. Ну что, погнали. Погнали наверх, последние следочки. Ну, кстати, на вулканическом вообще прям изи-бризи, все это так быстро проходится, прям кайф. Прям кайфово быстро. И здесь я помню, что будет сейчас такая жопа, поэтому лучше не вставать ближе к краю, чтобы меня не скинули. Но там еще будет Василек. Василек, он собака яд кидает. Василек, он яд кидает. Так, здесь это 61 тысяча. Ладно. А, давай не будем хиляться пока что. Посмотрим. Смог бы я пройти их без этого? Сразу же врубаться надо в максимальное число их. Для чего? Чтобы сразу же по максимуму их дамажить. То есть не по одному, а по максимуму их задамажить. Сейчас. А, отлично. Он от них же отскочил. Супер, супер, просто супер. Отлично, получилось немножечко подзадамажить их именно вот так вот у топового. То есть и сам заявил немножечко его урон, и вот это вот и все прям очень повезло. Очень супер. Очень супер. То есть как бы вот альфач, альфачом, но... Ну это более легко получилось. Еее, мочи! Круши! Да, удачная охота. Фух. Ну отлично, чё. Половину хп только отняло. Что я здесь получил? О, ну седло на Васю хорошее получил. Огнемет, ну допустим. Седло на Гигу неплохое. Сколько? 1400 брони, 2000 прочности. Это однозначно хорошая штука. Уу! На 800 хпшки просто, броньки просто больше. Вот это я понимаю. Ну и вот такие вот хламоботы. А, даже вот эти, это уже были супер. Ну вот это просто огонь. Офигеть. 2000 прочности. Я такой прочности даже не помню. Чтоб мне где-то хоть что-то, хоть как-то, хоть когда-то было. Супер! Супер! Иди сюда. Пошел ты. Так, это надо добро добыть. Че зря добро пропадать? Еее! Супер! Вот такая вот была миссия. Миссия прикольная. Миссия прикольная. Я, честно, думал, будет сложнее с големом справиться и так далее. Но... Но, честно, реально, вот обычные големы казались вот такими сложными и так далее. Здесь как-то получилось легче. Ну, либо какая-то тактика сработала, которой я придерживался. Вот. Вот такая вот моя армия рексов. 4 из них у меня сейчас прокачаны. Только 4 седла нормальных, которые хотя бы хоть чуть-чуть под 200. То есть это 220, 221, 207 и 196. Остальных седел нету. То есть мне нужно будет еще седло потом миссии пройти, с которой на седло. Вот, либо во время миссии мне их дадут эти седла на рексов. Ну, в общем, как-то все с седлами печально сравнительно. Честно, не думал, что я буду рексов выращивать. Ну, блин, ну камон, ну... Это было так... Скажем так, с моими настройками на выращивание, это прям по щелчку пальца. Но все равно это тратится время и так далее. Ну, время нашел, поэтому вырастил. Почему бы нет? Тем более, что армия рексов мне пригодится на боссе.
Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.